Игорь Радулов 19-й и Жарков 11-й номер. Защитники Сергеев 4-й, Гуськов 7-й. Вот опаснейший момент у ворот Крошечкина. И на острие атаки был как раз Денис Архипов. Хоккеист, перешедший из нефтехимиков со ЦСКА. Еще один бросок. Теперь уже Игорь Радулов. И ЦСКА в атаке. Это Паршин. Бросает поворотом. Крошечкин отбивает. Пока поострее армейцы в атаке. Чувствуется некоторая раскованность у хоккеистов Северстали. Вот еще один опасный бросок. Это с дальней дистанции. Рылов мощно бросал. Крошечкин шайбу отбил. Ну и затем спрятал ее в ловушке. Архипов. Хорошая передача. Выход 2 в 1. Опаснейший момент. Бросок. Крошечкин выручает. Выкатывался фактически один на один сейчас Игорь Радулов. Не сумел реализовать свои шансы. Первая передача на Зубова. Бросок поворотом. Крошечкин своевременно сел на колени. Шайбу отбил. Низом 1-7. Это при Наумове. Ну, а Щенев очень много матчей обслуживал с участием череповецкой команды. Ну, один из победных таких игроков-автомобилистов, который Северсталь выиграла со счетом 10-1. Завладели армейцы шайбой. И бросок поворотом. Гол! Открыт счет на 11-й минуте. Это Жарков бросал фактически из убойной позиции. Может быть, сильный бросок не вышел. Тем не менее, шайба вылетела в ворота Василия Окошечкина прямо по центру ворот. Находился, наверное, и метров 6 так. Мощно пытался бросить 11-й номер хоккеистов. 11-й номер команды ЦСКА. Еще раз видим. Радулов записывает голевой пас, свой актив. Очень удобная позиция для броска. И шайба в воротах Василия Кошечки. Ну что ж, 1-0 в пользу армейцев. Рылов бросать не стал. Денисов бросает поворотом. И шайба попадает в перекладину. Имущество в одну заброшенную шайбу. Как раз автор этого гола Владимир Жарков. Шайба за воротами Северстали. Бросок поворотом. Штанга спасает теперь ворота череповецкой команды. Перевод на свободное место. Егоршев бросает в направлении ворот. Бергфорд. Бросок. И вновь армейцы успевают сблокировать. Итак, возвращаемся в Ледовый дворец. 13 минут и 2 секунды. Еще играть командам во втором периоде. И смотрим повтор. Опасного и в то же время курьезного момента. Ворот Василия Кошечкина. Видите, как шайба как элегантно перелетает через вратаря и опускается на сетку на ворота. И вот опасный момент может возникнуть. Шипачев. Выход один на один практически был. И добивание не получается. У Берфоркса помогли здесь своему вратарю защитники ЦСКА. Ну вот, пожалуй, первый такой бесхитростно действовал центральный нападающий Северстали в данном эпизоде. Шрубц. Паршин. Включение защитника. Гуськов. Мощный бросок. Добивание Кваши. Надежен здесь Василий Кошечкин. Не просто ему было бросить по воротам. Газионов. Бросок. Штанга. Условно заколдованный вот этим воротом. Перников. Рязанцев. Бросок. Попадает шайба в Станю. Шибачев. Бросок. Еще бросок. Как же так сейчас? Ни Вадим Шибачев, ни Никлас Бернфорс не смогли толком бросить по воротам из выгоднейших позиций. Передача на Гуськова. Бросок на пятачок. Он ставит Северстали. Опаснейший момент. И не получается бросок здесь. По-моему, снова у Зубова. Шибачев. И может сделать передачу на ход. Да, Кетов выходит один на один. Бросок, гол! 1-1 становится счет. Великолепно все сделал Евгений Кетов. Не всегда у него такие выходы 1-1 получалось реализовывать в прошлом сезоне. Но сейчас все сделал блестяще. Уложил Станю на лед. И затем капитан Северстали. А кому же еще забрасывать первую шайбу в Череповце? Посылает шайбу под перекладину. Но сейчас все здорово разыграли. Здесь еще и защитник армейцев грохнулся на лед совершенно не кстати. Ну и мастерская реализация Евгения Кетова на ногах трибуны Ледового. 1-1 на третьей минуте.
уже на 4-й минуте третьего периода. Все было на тоненьком в данном эпизоде. Случись перехват, и тут один на один вышел. С вами один увидели. А что здесь? Показалось, что было нарушение правил, но вместо этого опаснейший момент ворот Северстали. Еще один бросок. Хороший силовой прием в исполнении Столярова. Капитан армейцев подловил он возле бортика на входе в зону. Игорь Радулов. Хорошая передача на Жаркова. И здесь опаснейший момент. Бросок. Добивание. Не попадает. И со второй попытки Артипов по воротам. В первом случае Кошечкин выручил. Шипачев. Набирает скорость Шипачев. Справа Емелеев. Передача. Бросок. Выручает Станя свою команду. Казалось, уже наверняка там ставил голевой акцент Емелеев, однако же успел метнуться буквально к левой себя штанге ворот и вызвал такую саркастическую улыбку Андрея Назарова. Вратарь ЦСКА, ему безусловно фартит в этом матче. Радулов. Жарков. Опасный пас, и не получился бросок у Архипова. Довольно успешно обороняется Кетов. Бросок с острого угла, добивание. Дерфорс, Кетов. Еще один бросок. И здесь Станя шайбу ловит. Андерсон очень технично не позволил бросить. Но Радулов снова шайбой. Бросает поворотом. Здесь попытка добить. Без клюшки остается Кошечкин, но зато с шайбой. Мента. Радулов. Мента. Снова Радулов. Перевод на фланг. Еще одна передача. А это ногой заброшена шайба Радуловым. Казалось, на воротах Кошечкина будет и просмотр. Подставлял ногу явно сейчас армеец. И что, какое решение арбитра? Дисциплинарный штраф получает Кетов, но арбитры, конечно, выше всяких похвал в сегодняшнем матче. Даже нечего здесь и обсуждать. В овертайме ЦСКА таким образом добивается победы. Никакого просмотра, видимо, не будет. Кетов вне себя от ярости, как я думаю, и большинство болельщиков Северстали. Вот таким получился домашний матч. А Северстали не зря, видимо, разминались футбольным мячом. Армейцы перед сегодняшней встречей. 2-1 ЦСКА одержал победу в овертайме, но Северсталь одно очко записала свой актив. Снова встречаемся на хоккее. Теперь послезавтра.